Давайте откроем, покажу, как она выглядит внутри. Вот такая упаковка. И здесь вот такие вот оттенки. Тоже есть и матовые оттенки, и с шаймером, и также есть с перламутром. Давайте покажу, как это выглядит на коже. Эти тени также содержат масло макадамии и витамин Е. Они питают и увлажняют кожу век. Такой насыщенный, красивый, шоколадный. Да, я на самом деле люблю коричневые оттенки. Очень такая удачная палетка. Такой макияж на каждый день. С этой гаммой можно сделать несколько вариаций. Как красивый дневной, так и вечерний макияж. Проверяем на устойчивость. Здесь тоже некоторые тени, они почти стерлись, размазались. Но более темные оттенки, они держатся, причем у них четкие контуры. И последняя стадия. Проверяем устойчивость теней водой. Тени все на месте.